первой диссертацией, с которой мы ознакомимся, первую диссертацию представит Екатерина Геннадьевна Сахарова, фитопланктон и катонный сбор Рыбинского водохранилища по специальности гидробиология, на соискании ученой степени кандидата биологических наук. Работа выполнена в Институте биологии внутренних вод. Научный руководитель Людмила Генриховна Корнева, наш секретарь нашего совета, в связи с чем на одно заседание была назначена секретарем Галина Игоревна Изведова. Официальные оппоненты — это Муланин Сергей Федорович и Гончаров Александр Валентинович. Сергей Федорович из Петрозаводска, из Института биологии Карельского научного центра, и Александр Валентинович из Московского государственного университета. Ведущим организацией выступает Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. В связи с тем, что запись на микрофон не всегда получается удачной в этом зале, все выступающие будьте готовы к тому, что в случае вашего вопроса, выступления, к вам подойдет сотрудник и говорит, надо на микрофон и на аудиторию. Это организационная часть, и теперь по существу. Галина Игоревна нас ознакомит с документами, которые представлены диссертационный совет. Екатерина Геннадьевна представила диссертационный совет все необходимые документы. Это заявление, дальше заключение организации, где выполнялась работа, диплом об окончании Ярославского государственного университета имени Демидова, справку о сдаче экзамена иностранный язык отлично, история и философия науки хорошо и гидробиология отлично. И список рассылки автореферата диссертации. Все соответствует необходимым требованиям. Так что, если есть вопросы по документам. Вопросы Галине Игоревне по документам. Если вопросов нет, то Екатерина Геннадьевна, вам 20 минут для изложения работы по существу. Глубокоуважаемый председатель, член Дисциплинарного совета, коллеги, разрешите представить вашему вниманию доклад «Фитопланктон и катонный сбор Рыбинского водохранилища». Экотон – это переходный участок, который характеризуется особым составом биоты, большей численностью и биомассой обитающих в нем видов. Особенно важна роль переходных пространств в поддержании и сохранении высокого биоразнообразия. Из всего многообразия экотонных структур мы изучили устьевые области рек и прибрежные мелководья. Мелководья обычно выступают в качестве буфера, ослабляя поток биогенных веществ и осадков водоем, а устьевые области являются барьером, участвуют в трансформации и аккумуляции речного стока в водоемы приема. На экологическое состояние пресноводных экосистем оказывает влияние множество факторов, меньше всего из них изучено влияние естественных факторов природы. Так, колониальные птицы, гнездящиеся на мелководье, создают трансграничные потоки вещества и энергии, способствуя поддержанию переходных участков на определенной стадии сессионного развития. Кроме того, все чаще отмечается увеличение среднегодовых температур воды и воздуха, наблюдается нарушение водяного режима водоемов и водотоков. Фитопланктон является продуцентом органического вещества в водных экосистемах, и он наиболее чутко реагирует на изменение условий обитания, поэтому его изучение может быть использовано для выявления малоисследуемых особенностей готовных участков пресноводных экосистем. Целью работы стало выявить особенности и сходства таксономического состава, динамики и пространственного распределения фитопланктона различных готовных участков Рыбинского водохранилища. В связи с этим были поставлены следующие задачи. Первое. Выявить визовой состав, провести туристический и эколого-географический анализ фитопланктона различных катонов и
его особенности в сравнении с прилегающими земельными участками. Второе. Изучить сезонную и межгодовую динамику количественных и структурных характеристик планктона, о котором мы знаем в хранилище, и провести сравнительный анализ с аналогичными показателями предыдущих тур. Третье. Выявить особенности состава и структурной организации планктона различных планктонных участков федеральной зоны, сформированных в условиях влияния продуктов жизнедеятельности колонии воздуха и околоводных путей. И четвертое. Выявить особенности структурной организации планктонных планктонных участков водохранилищ в периоды, различающиеся под температурным и уровневым режимом. Защищаемые положения. Первое. Планктонных планктонных участков Рыбинского водохранилища в сетевой области не только малой и федеральной зоны отличается от такового граничащих областей более высокими туристическим богатством, численностью и биомассой, а также обилием экспортных выделяет. Второе. В экотоне, сформированном под влиянием негативных тип, снижается туристическое богатство водорослей, увеличивается общая биомасса фитопланктона и обилие неэксотропных фитовыделят. Наибольший обнотогенный эффект появляется в период активного гнездования. И третье. При увеличении температуры и снижении уровня воды в экотонных участках водохранилища наблюдается повышение туристического богатства и изменение структуры альбициноза, различающейся в зависимости от типа экотона. Научная признак. Впервые для равнинного водохранилища с сезонным многолетним режимом регулирования стока проведен сравнительный анализ флористического состава, динамики и количественного развития фитопланктона различных разнотипных котов в сопоставлении с граничащими с ними участками. Впервые выявлены закономерности изменения состава и структуры фитопланктона разнотипных котов водохранилища, расположенных в гостевой области малого притока и в зоне влияния продуктов жизнедеятельности гидрофильных птиц. Впервые прослежен характер формирования видового разнообразия, количественных характеристик и динамики планктонных эволюционозов, различных токотонов, по мере повышения температуры и снижения уровня воды водохранилища. Полученные результаты вносят существенный вклад в исследование закономерности структуры и функционирования в оригинальных участках водных экосистем, а также расширяют представление о биологических последствиях эвтрофирования и изменений климата. Полученные данные могут быть использованы для проведения экологического мониторинга, реанимированного водохранилища для оценки и прогнозирования экологического состояния водоемов и эффективности принятия решений в области функционального природного пользования, а также учебных курсов, правительственной технологии и экологии. Исследования проводились в прибрежной старае Рыбинского водохранилища, и в речных березах водорай прибрежной луговой составляет около 40% от их площади. Предыдущие исследования Федорали показали, что прибрежные участки – это высокопродуктивные зоны с наивысшим уровнем концентрации хлорофилла, интенсивности фотосинтеза, а также на них наибольшее содержание ядерных веществ, взвесей и цветности. Кроме того, прибрежные мелководья часто являются местами гнездования водных и околоводных птиц. Итак, в период наших исследований показано, что на мелководье, которые исследовали себе антагенное влияние, наивысший уровень общего азота, также общего органического углерода по сравнению с фоновым мелководьем. В настоящем исследовании пробы на литоральной зоне отбирались на защищенном мелководье 2009 года 2011 год и на открытом мелководье 2009 года 2010 года. Для сравнительного анализа был использован материал, собранный в Туриаево хранилище с 2009 по 2011 года. Для изучения орнитогенного воздействия на фитопланктон пробы отбирали в защищенном мелководье в населенной колонии отдельной части 2009 по 2011 года, а также на открытом мелководье, находящемся под влиянием продуктов жизнедеятельности серой цапли 2009 по 2010 года. Для сравнительного анализа был использован материал мелководья, который не испытывал на себе антигенное воздействие. Были обобраны выбирающие участки максимально сходные по мощным печеством и физиологическим характеристикам.
много примем кислорода в Енисей и их кисляя Волгоград. В настоящих был проведен подробное ориентирование гостевой области реки, и критерием для ориентирования послужило достоверное снижение электропроводности воды от передвижения реки к водохранилищу. В настоящих исследованиях пробы взяли гостевой области реки в переходной зоне притока гостевой области в 2011 году по фронтальной зоне и в переходной зоне приемника 2009 по 2011 года. Кроме того, для сравнения пробы отбирались в ограничивающих водных системах. Это на участке свободного течения реки Енисей с 2009 по 2011 года и в этот же год в другие ограничения. Отбор проб производился интегрально на мелководной станции протяженных трех в реке и на глубоководной станции с помощью ватрона. Концентрирование, фиксацию, подсчет и идентификацию кожи производили с помощью стандартных методов, принятых в лаборатории Аркадии. Объем обработанного материала 219 кубических метров. Пробы отбирались в период, существенно отличающийся по метеорологическим условиям. Итак, температура воды в Белгаре в 2010-2011 годах выше 20 градусов держалась существенно дольше, чем до 2009 года. При этом среднегодовой уровень воды 2009-2011 года постепенно ежегодно снижался на примерно на 40 сантиметров и в 2011 году достигал своих минимальных значений. Туристическое разнообразие планктонных котлов. На мелководных участках наблюдалось повышенное число таксонов по отношению по сравнению с Эдгурьяре. Наибольшее туристическое разнообразие достигало тепловно защищенного мелководья. При этом с 2009 по 2011 года во всех изучаемых участках как на мелководье, так и в глубоководной зоне наблюдался рост туристического богатства. Это просто что согласуется с данными многолетних исследований морских водохранилищ, показывающих увеличение его разнообразия и его мелководных фауны. При кластеризации туристического состава этого планктона было выявлено отдельный кластер выделенных планктонов Пелагиалия 2009 по 2011 год и фитопланктон прибрежного мелководья. В свою очередь, летающий кластер разделился также на две группы. Это открытый защищенный мелководье фонового плана экологическим условиям воды и фитопланктон защищенного и открытого мелководья 2010-2011 года, отличающихся повышенным значением температуры и пониженным уровнем воды. На мелководьях, испытывающих на себе антропогенное воздействие, было отмечено снижение туристического богатства фитопланктона относительно фонового мелководья. Подобное характерно для биотопов, для сообществ, развивающихся в результате активной жизнедеятельности ключевых видов, а также и при антропогенном интерфейсе. В всевой области реки Инн также наблюдалось повышение туристического богатства относительно граничащих с ними реки и водохранилищ. При этом с 2009 по 2011 года во всех наблюдаемых нами участках наблюдалось повышение числа встреченных таксонов. При кластеризации туристического состава фитопланктона всего области и граничащих участков в отдельный кластер выделился фитопланктон 2011 года, отличавшихся наивысшими значениями уровня и наибольшим продолжительным периодом высоких температур. При этом каких-либо различий по зонам всего области и передающих участков не выявлено. Первый структурный показатель планктона – это горный зон. На мелководье наблюдались наивысшие значения биомассы планктона по сравнению с Белгиарой. В то же время структура этого планктона мелководья существенно отличалась от таковой глубоководных участков. Так, на нем снижалась доля диатомовых и цианокаприонов. Однако значительно увеличивалось содержание зеленых водорослей и микротропных типовых выделяют. При обладании микротропных типовых водорослей обычно наблюдается
что повышенная водная растительность является неконкурентное преимущество для возможного развития. Кроме того, в структуре фитопланктона с 2010-2011 годах отметились некоторые изменения. Так, например, глубоководный участок характеризовался повышением видеоатомовых водорослей, эркозерамбитовые и эркозерамбитовые, которые характерны для мезопотропов, хорошо пробивают водоем, а также повышение меры замкнутых приемов. В то же время на защищенном мутологии в 2011 году наблюдалось существенное увеличение вклада в биомассу нечетовидомовых водорослей, которые не характерны для высокоцветных записанных водоемов, что в совокупности с некоторым снижением биомассы позволяет анализ других структурных характеристик микологии в сравнении с этой реалией показал также боевое увеличение удельного богатства микрофона защищенного микрологии. Также анализ увеличения значения индекса Шинона. И кроме того, значительно увеличивалась степень сезонного варьирования среднестатического объема клеток водорослей по сравнению с глубоководным участком, что также позволяет обычно характерны для водоема больше водоема. На мелководье, которые подвержены влиянию продуктов жизнедеятельности чая и питания, наблюдалось некоторое увеличение биомассы планктона относительно фона мелководья. Однако эти различия достоверны не были. Но при этом в структуре планктона тоже были некоторые изменения, так увеличивалось значительно, так увеличивалась доля микротропных фитопределяторов и зеленых водорослей на мелководье, подверженных влиянию продуктов жизнедеятельности птиц. Как видно, в сезонной динамике биомассы планктона фона, находящихся под влиянием продуктов жизнедеятельности участков, различий обнаружено не было. Однако можно отметить, некоторые существенное увеличение биомассы на мелководье, которые испытывают на себя метагенный эффект в определенные периоды. Они приурочены в периоды активного образования птиц. Таким образом, мы сделали сравнение сезонной динамики биомассы ограниченные периодом образования и получили, что сезонная динамика биомассы некоторых чугук, бреновых, метафитовых, которые являются метатопными чугубиятами, на участках, находящихся под влиянием продуктов жизнедеятельности чая и питания, значительно превышает, достоверно превышает продукт фонового продукта. Однако, так как эти различия ограничиваются лишь периодом изгнания, данные какой можно отнести к применению. Пусть и выход участков любви, как сезонная динамика, как биомассы, так и численности, она отлично разная, практически всегда была выше таковой прилегающей зоны реки и водохранилища. При этом среднеинфекционная биомасса численности всего области реки также превышала таковую реки и водохранилища. При повышении температуры и снижении уровня воды во всех идущих зонах, как в области, так и прилегающих, наблюдалось повышение биомассы и численности фитопланктона. При этом в структуре фитопланктона в всей области также отметили некоторые особенности. Так, в 2009 году фоновом фонде органических условий на гостевой области формировалось особое готовное сообщество, которое отвечало с повышенным вкладом миксотропных бутиков и гельмонов специальных аспирилов. В то же время в 2010-2011 году наблюдалось некоторое выравнивание в структуре фитопланктона, и переходная зона притока и фронтальная зона были сложены по своей зоной свободного течения, а переходная зона приемника все таково на хранилище, что и подтверждает пластырный ряд. В области реки также осевая сети даже характеризовалась повышенным значением индекса
образовались повышенным выделением богатством, климатическим разнообразием, также общей численностью и биомассой, а также биомассовой доходности и выделения. Обнаруженные закономерности в экотонах отражают последствия взаимодействия двух граничащих зон. В экотонах обеспечиваются рядом приятных условий для развития отрасли. Это аккумуляция взвешенных и органических веществ, только меньше параметров среды. Кроме того, на участке, который подвержен влиянию негативных кип, как дополнительного источника органических и минеральных веществ, повышалась биомасса петоплазмона, биомасса энтополовских петоспидиан, однако удельное богатство, удельное биомассовое богатство, наоборот, снижалось. Поскольку наибольшие отмеченные структурные преобразования петоплазмона наблюдались лишь в период активного негодования, то такие участки можно определить как гнилой каток, в котором изменения в сообществе происходят лишь в период внешнего воздействия. При повышении температуры и температурных уровней воды 2009 по 2011 года до потомства хранилища наблюдалось увеличение туристического богатства и трансформация структуры алюцинов. На мелководье последовало снижение биомассы и увеличение количества ничтожных газов очищенных горами. В гостевой области реки с 2009 по 2011 года происходило увеличение общей биомассы и численности биомассы, также сходство структурных спектров традиционных таргонов и пограничных зон. У меня все, я прошу разрешения зачитывать вопрос. А мне есть партнер федерации. Спасибо. Спасибо. Вопросы к докладчику? Да, сейчас к вам подойдут с микрофоном. Да, да, что ли? Сейчас к вам подойдут. Существенное повышение биомассы, что в Тургяре, что в Тургяре, что в Тургяре.
Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Какой-то наиболее существенный влияющий фактор, или это заранее температура, перекрывающая влияние всех остальных факторов, или, может быть, есть еще какой-нибудь фактор, который тоже так же сильно влияет, как температура? Да, у нас тоже жарко мы разговаривали, мы рассматривали, конечно, все изменения в контексте увеличения температуры и пониженные значения кожи, что, конечно, приводило за собой изменение других факторов, в первую очередь это биогенные вещества, изменение их концентрации, здесь цветные слабые, которые влияют на светлое холодное. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Валентина Ивановна Озерева, Сенсовета. У меня два вопроса. Первый такой, как раз по факторам. Вы показали, что радиальное хранилище в топовые годы 10-11 происходило увеличение биомассы планктона, а в ресторане этого не наблюдалось, и как немного прозвучало, что это связано с уровнем. А количественно связь биомассы в этих биотопах с нами будет уровнем это хранилище вы изучали? Нет, мы не изучали каких-то статистических связей, то есть мы просто брали, что в определенные годы с пониженным значением уровня мы Спасибо. То есть просто составляли. Да. И второй вопрос. Вы показали очень много данных по микрофизике водоема. Где-то у вас были ссылки на монографию, а где-то ссылок не было. Скажите, пожалуйста, какие данные вы измеряли самостоятельно и что? Какие данные вы брали из каких-то других литературных источников? Есть какие-то, если можно? Так, ну все данные представлены здесь, по руководству, фонографии, анатомии, холмонии. Потом здесь тоже руководство, которое находится под влиянием продуктов деятельности птиц, это пробы отбирались в период наших исследований, но они обработаны за изменено, и полученные результаты я делала ссылку на работу организации. И то же самое с сетевыми участками рек. То есть это ссылка на монографию, в которой также данные получены комиссию автора по данным показателям. Остальные данные, касающиеся планктона, получены непосредственно. Спасибо. Спасибо. Григорий Михайлович. Григорий Михайлович, член Совета. Вопрос возникает по поводу вот этого аномального года, у меня тоже. В ресторане вы ответили только численность, да, отдельных культур возрастей, а в то же время на мелководье, наоборот, снижение было. Казалось бы, температура на мелководье должна быть выше подвигаться, да? И, соответственно, вспышка возрастей должна быть там тоже наблюдаться. Но мы этого не наблюдали. Какие все-таки причины вот этого явления? Мы предположили, что увеличивается степень зарастания при снижении плотности. А высшая водорастительность, она является нужным конкурентом для биогены с водорослью, с планктоном. В то же время она способствует ухудшению световых условий, что все это способствует снижению биомассы. Кроме того, посредством того, что доминировать стали дымовые нищетые водоросли, они обычно свойственны водоему закисленным, высокоцветным, мы как раз таки делали предположение к исследованию. Спасибо. Еще вопросы? У меня вопрос следующего характера. Председатель Совета Комов Виктор Красивович. Скажите, пытались ли вы проанализировать этот вопрос в Валентиновной другие показатели биоты вот этих, на этих участках за эти три года? И есть ли какие-то
исходные направления или отличия, в чем заключалось? Ну, так вот, работа, конечно, мы не пытались, когда мы случае, что цели у нас этого не было. Но, конечно, мы замечали некоторые вещи, которые, когда, например, когда заводили свой квартир, наши критики, например, конечно, представлено очень много данных по Долгоплатону, по квартире Долгоплатону, который также отмечает изменения в гостевой области, повышение тех количественных характеристик, некоторые изменения структуры. В то же время на непроводиях тоже проводились некоторые комплексные исследования, которые также показали изменения структуры под структуры Долгоплатона под влиянием птиц, а бактерии также там получились очень интересные результаты, которые были очень сходные, соотносились с нашими. То есть увеличение контроля сверху над бактерией планктоном как раз очень сильно связано с тем, что увеличивается количество микробов и капилляров, которые как раз таки будут потребляли. Спасибо. Еще вопросы? Если вопросов нет, спасибо.